Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Помнишь, моя дорогая, мы с тобой пекли вкуснейшие блины на молоке от ЗАО «Калининская»? Так вот, если бы мы с тобой разместили фотки в соцсетях ЗАО «Калининская», могли бы участвовать в конкурсе «Печем дома». Но так как мы с тобой этого не сделали, все равно пришли сегодня на подведение итогов этого конкурса. Давай посмотрим, кто бы нам составил конкуренцию сегодня. Условия семейного конкурса очень простое. Нужно было приготовить вкусняшку на основе продукции ЗАО «Калининская». На протяжении месяца отбирались конкурсанты, сама понимаешь, в финал вышли лучшие из лучших. И сегодня они здесь представили свои кулинарные творения, за которые мы с тобой проголосуем. И шестой. А вы в курсе, что... шестой – это вот пироженки, да? Нет, седьмой пробовали? Вы представляете, там сметана и шпинат. А еще я хочу проголосовать за продукцию ЗАО «Калининская», потому что их топленое молоко – это что-то. Ну а пока голоса подсчитываются, у нас здесь самый настоящий мастер-класс по приготовлению пирожное картошка. Мы от всей души поздравляем вас, вашу семью. С достойным первым местом. Нет, ну честно, я за вас голосовала. Спасибо вам большое. Нет, ну, мы очень надеялись. Спасибо, вы не отделаетесь, мне теперь нужен рецепт. Сами понимаете. Торт со шпинатом сделали. Использовали сметану, использовали сливочное масло ЗАО «Калининская». Что мы больше всего любим-то? Сметанку, творожок, кефир? Сметанку. Все. Я тебе так скажу, моя дорогая, наши блины тоже оценили бы по достоинству. С другой стороны, сегодня никто не ушел без подарка.